По информации единой диспетчерской службы, за прошедшие сутки на территории городского округа Красногорск чрезвычайных ситуаций не произошло. В ЕДДС поступило 728 обращений, требующих реагирования и справочного характера. Из них в пожарную службу 14, полицию 104, скорую медицинскую помощь 233 и в газовую службу 4. Опасных и неблагоприятных метеорологических явлений не прогнозируется. Напоминаем, контактный номер экстренно-оперативной службы 112.